На конкурс дети читают стихи. Котенева Марина, 8 лет, город Вологда. Автор Эмма Машковская. Стихотворение называется «Если такой закат». Оно мне понравилось, потому что там говорится о закате. Эмма Машковская, «Если такой закат». Что делают, если такой закат? Если над вами огненный сад? Наверное, при этом что-то поют и не сидят, а, наверное, встают. А может, надо что-то сказать? А может, надо просто скакать или не шевеляться и даже вздохнуть при этом бояться?